Хотите сходить на какую-нибудь интересную экскурсию, но у вас нет времени? Это не страшно, у вас есть я, Евгений Рыбов. Каждую неделю я хожу на экскурсии по заводам Москвы, и, конечно, я приглашаю вас с собой. Рядом с Бирюлево, посреди промзоны, расположился настоящий рай для женщин. Фабрика «Фаберлик», особенно известная своей кислородной косметикой. Ну, понятно, что дам уговаривать остаться у экранов не надо, а вы, господа, тоже далеко не уходите, потому что, во-первых, скоро Новый год, и вы узнаете, что подарить своим любимым на этот праздник, а во-вторых, и себя в порядок тоже можно привести, ведь косметику для мужчин здесь также производят. Сегодня я загляну в двухтонный миксер и узнаю, как варятся гели для душа. Проведу краш-тест формочек с пудрой. Расскажу, что общего у помады и пластилина. И испытаю на себе очищающую маску. Ну, то есть я на этой неделе уже мылся, но чисто из любопытства. Ну и кроме того, выясню, почему кровь бывает голубой, и приму воздушный душ. А еще я узнаю, как правильно хранить душ. И несколько лайфхаков по использованию косметики. Компании «Фаберлик» всего 22 года. Она российская по паспорту и международная по охвату рынка. Более 40 стран мира. Причем в России и в СНГ «Фаберлик» входит в тройку лидеров прямых продаж. Это когда у предприятия нет офлайн-магазинов, и товар попадает в руки покупателя сразу с завода. Выбрать есть из чего. Компания выпускает более 8000 наименований продукции, и кроме косметики в ассортимент входят товары для дома, одежда, обувь, аксессуары и нижнее белье. Духи. Антисептик. А там приятно пахнет. Наверняка девушки сейчас хотели бы оказаться на моем месте. Именно здесь производят тушь, помаду, румяна и все остальное. В общем, это не цех, а огромная косметичка. И именно здесь начинается моя экскурсия. Вот, скажем, на кондитерских фабриках сотрудники теряют интерес к шоколаду. Интересно, как обстоит дело здесь, на косметическом производстве. А? К шоколаду не теряем. А к косметике? К косметике тоже. Мы же женщины. Естественно. Хорошо. Екатерина Сазонова, начальник цеха декоративной косметики. Стаж работы на фабрике 6 лет. Считает, что кроме красоты, мир спасет интеллект. Так что побольше читайте, ходите в музеи и, в общем, просвещайтесь. Хорошо, значит, ну, началась наша экскурсия. Я так понимаю, это что? Это помадная машина? Да, это помадная машина. Я угадал название. Да, да, вы уже почти специалист, да. Евгений. И я так подозреваю, но неспроста вы меня сюда подвели. Вот это то, из чего делается помада. Да, это помадная масса. Можно туда взглянуть? Ну, можем, да, заглянуть, только аккуратно. Похоже на пластилин. Да, есть некая схожесть. Ну, собственно, машина, видимо, распределяет уже этот кирпич. Да, ее греют, так как сейчас она, конечно, твердая. То есть так мы с ней ничего не сможем сделать. Ее греют, за это отвечают баки в машине. И уже разогретая она разливается по вагончикам. Вот он как раз этот процесс. Это вагончики называется? Да, вагончики называются. Слушай, я мужчина, у меня цифры. Сколько этот брикет весит? Около 20 килограмм обычно брикета. Из него выйдет порядка 5000 штучек помады. Представляете, сколько можно осчастливить женщин? Или одну, если опустить ее туда, в головы. Идем ненадолго. Кстати, помаду, как и всю декоративную косметику, на фабрике выпускают с 2001 года. Начали всего с 3 видов изделий, а сейчас производят около 200 оттенков. Можно в течение года практически каждый день выбирать новый цвет помады. Наибольшим спросом у покупательниц пользуются нейтральные и ярко-красные оттенки.
Как вы проще выпускать помаду? Вот с яркими цветами или, не знаю, вообще это влияет как-то на наличие цвета? Да, влияет, конечно, безусловно. Проще всего работать с бальзамами. Это те, что бесцветные. Да, на губах бесцветные. Ну, в них нету пигментов, поэтому нету проблем с настройкой машины и нету разводов, которые портят внешний вид, соответственно, помады. Да. А вот, а все, закрутили. Да, все, да. Здесь уже конец, это хвостик машины. У нас уже фактически готовая помадка. Ее единственное, что еще маркирую, да, обязательно, чтобы если очень понравился цвет. А, знать. Да, я знаю, там номер, знать, я знаю. Да, там артикул, чтобы знать, какой это цвет. Женский клондайк. Счастье. Я предлагаю подойти посмотреть второй женский клондайк. А это тушь для ресниц. Давай. Если перед этим была помадная машина, то нетрудно догадаться, как называется машина для производства туши. Правильно, тушевая. Конкретно это самая автоматизированная в мире. Работает на ней всего 2 сотрудника, и за 12 часов они фасуют около 30 тысяч туб туши. Кстати, вот часто слышу, сам-то не знаю, но девушки говорят, тушь комками или там она потекла, вот это почему все происходит? Сыпется. Не ваше. Да, наша нет, наша такими вещами не занимается. Сыпется, еще очень часто. Да. Вот почему так происходит? Так происходит, потому что тушь очень чувствительна к температурным режимам. Да, любое нарушение условий ее хранения ведет к тому, что она подсыхает. Сейчас вместе идея. Я выключусь на секундочку, да? А вы в камеру нашим зрительницам. Да. Расскажите пару лайфхаков. Как выбирать, хранить, а я пока меня нет, ребята. Пожалуйста. Важно соблюдать условия хранения туши, потому что если, к примеру, носить ее в сумочке зимой, она, естественно, подсыхает, и, соответственно, у вас будет эффект так называемой панды на глазах. То, панды? На что, да, то, я на что жалуются все панды. Женщины. Да, несмотря на то, что любят панды, на глазах женщины их не любят, поверьте мне. Ага, слушай, надо меховую сумку носить? Что делать? Просто не носить, просто купите 2 баллончика, один на работе, другой дома. Все, это решает все проблемы. Чтобы у девушки в сумке чего-то не было. Поверьте мне, как человеку, который работает с тушью. Поверьте, как человек, который работает на заводе, купите 2 флакончика. Да. Ну и, естественно, я советую выбирать косметику, на которой стоит ГОСТ, потому что это означает, что продукция произведена по стандарту. То есть в ней будет как можно меньше проблем. На вашей стоит ГОСТ? Да, естественно, вся продукция проходит регистрацию. Идем дальше. Пока мы идем дальше, пару слов об экспорте. Ведь наверняка что-то из этой продукции отправится в дальние края. Поставлять свою продукцию за рубеж компания «Faberlic» начала в 2003 году. А спустя всего 2 года фабрика вышла в лидеры прямых продаж в 15 странах СНГ и Балтии. Со временем там появились и свои представительства. На сегодняшний день их по всему миру 18. А в этом году компания заняла первое место на премии «Экспортер года», победив в номинации «Крупный бизнес». Ждем новых успехов, а пока отправляемся на участок компактных изделий – пудры, теней и всякого такого. Вот здесь у нас находится сырье. Ну, видите, порошок. Похоже на песок. Похоже. Я думаю, что в этой песочнице степени, да. Ни одна девушка хотела бы поиграть. Да. Вот. И дальше это сырье, соответственно, засыпается в бак. Ага. Он находится в середине машины. Можно я поучаствую в создании женской красоты будущей? Я все Можно. Знаю. Я всегда, да, когда только на... правила санитарии, естественно. Я когда прихожу на производство, у меня всегда с собой в кармане и перчатки, и бакилы. И шапочка, и маски. Да. Девчонки, смотрите. Возможно, одна из вас будет пудриться моей пудрочкой. Прям вот, да? Да, прям в бак. Четвертый разряд. Теперь вы тоже причастны к созданию косметики. Я делаю женщин красивыми. Ну, давайте посмотрим, что вышло. Так. Вот тут прессуется, вижу. Да, вот это как раз пресс. Прессовка обязательно происходит через ленту. Никогда прямиком на металл. Нет, никогда. А вот это что за ветерок тут дует такой? Вот это что? Это не просто ветерок, это сдувается лишнее сырье, которое не запрессованное, по краям остается от ГД. Да, потому что дальше в продукте оно нам не нужно уже. А, вот, ага. Вот они.
сверху присыпанные, а выходят уже гладкие. Да. И, собственно, вот на выходе наши готовые пудры, которые дальше останется только вклеить в футляр и подарить какой-то прекрасной счастливой женщине. Но перед этим формочкам устраивают так называемый дроп-тест. По-русски говоря, их бросают. Ну, не на пол, конечно. Для этого есть специальный прибор. Да, мы будем бросать на линолеум. Наши. А это, видимо, не годы, а как раз... Нет, это не год изготовления и не какие-то другие годы. Да, это 20 сантиметров. Высота, с которой мы будем бросать. Да, вставляйте ее посередине аккуратненько. И справа есть кнопочка. Внимание! Забирайте. Фантастика какая-то. Смотрим. Еще разочек. Не-не, можно не смотреть. На третий раз, да? Да, три раза делается. И финальный. А вот теперь уже смотрим. Ну, ничего не изменилось. Она идеальна. Тест пройден. Пройден. Считаем продукцию качественной. Фантастика какая. Придемте, у нас экскурсия. Это экскурсия. У нас периодически проходит экскурсия от Министерства промышленности. И сюда может попасть каждый желающий посетить наше производство. Я сейчас, как Мел Гибсон, легко догадаюсь, о чем думают эти женщины. Хочу, 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 хочу. Хочу, хочу. И вот это еще, пожалуйста. Заверните. Это шоурум. Здесь представлена наша продукция, которую мы выпускали. Ну, вряд ли за все годы. За вчера. Ну, да? Примерно, да. Ну, конечно, не за 20 лет жизни производства. Здесь представлены в основном последние наши коллекции, ходовые. И несколько коллекций, которые очень яркие и запоминающиеся для нас, в которых есть продукты, которым мы можем по праву гордиться. Понимаю. Некой от лица всех мужчин ко всем приближающимся праздникам. Так. Есть какой-то универсальный подарок из серии косметики для девушки, потому что там помада надо угадать с цветом, крем надо знать, там какая-то жирность, что они там, ночные, утренние. Вот что-то можно? Пошел, ткнул, купил, и точно девушка будет рада. Ну, есть, конечно, базовые продукты, которыми пользуется большинство женщин. Хлеб? Молоко? Нет. Для женщины нет. Да. Есть черная тушь классическая. Да. Ей пользуется почти каждая Всегда. Женщина. То есть это беспроигрышный вариант. Я думаю, что бальзамы для губ увлажняющие, это тоже бесцветные, видимо. Бесцветные, да, которые, ну, либо с легким цветом, но который не очень заметен на губах. Можно попробовать, если вы рисковый мужчина, можно попробовать выбрать помаду в нейтральных оттенках. Это всегда подойдет любой женщине на каждодневную носку. Не ярко-красная. Ну, если вы очень хорошо знаете женщину, можно и ярко-красную, или в качестве эксперимента. Ограничимся тушью. Но про декоративную косметику, хотел сказать, узнал все, это вранье. Не-не-не, совсем не все. Узнал все, что хотел. Лишь малую часть. Спасибо вам большое, я пошел дальше. Пожалуйста, надеюсь, вам было интересно. Очень, очень. Приходите к нам. Конечно. По пути на следующее масштабное производство я заглянул в цех полимерной упаковки. Неплохой ветродуй. Можно предположить, что это для фотосессии с развивающимися такими волосами. Ну, вряд ли же, да? Пойду узнаю, зачем. Узнал. Это был воздушный душ, чтобы сдувать пылинки с одежды. Забавно. Сам цех, кстати, симпатичный и новый. Основан всего 2 года назад и уже покрывает почти половину потребностей фабрики в тубах. Из оборудования запомнились печатные машины. Ну, потому что красиво и эффектно смотрится. А также шкафы и инфракрасные сушки. Здесь 85 градусов, согласно характеристикам лакокрасочного покрытия. Ага, это поставщику. И сколько времени проводят здесь? 12 минут. 12 минут проводят каждый? Жарится, да, у нас здесь. Происходит процесс отверждения лакокрасочного покрытия. В принципе, то, что мы сами видели. Если нанизать сюда на каждую 5-й штырь куречку гриль, то можно неплохо расширить. Ну, 85 градусов навряд ли. Нет, ну, подогревать. Хорошо, подогревать. Ладно, зажарить не получится. Для сотрудников. Для сотрудников подогревать можно.
Фабрика «Фаберлик» стала одним из счастливчиков, которые получили от правительства Москвы статус промышленного комплекса. Что это дает предприятию, вы узнаете прямо сейчас. А потом я вам расскажу о невероятной мышке, которая помогла совершить переворот в косметическом деле. Что касается поддержки городских властей, то статус промышленного комплекса «Фаберлик» получил от города этой весной. И с тех пор для предприятия действуют налоговые льготы на прибыль, имущество, землю, а также сниженная арендная ставка. Сэкономленные средства компания сможет инвестировать в свое же развитие. Нет, она и раньше этим занималась. Например, только в прошлом году было запущено 11 новых производственных линий. Но теперь можно развернуться еще шире. Вернемся к экскурсии. Меня ждут в цехе кислородной косметики. Вот я наконец-то дошел до цеха кислородной косметики. Кстати, история создания, открытия этой косметики, как, собственно, история всех открытий, случайность. А примерно в середине 20 века в США лабораторная мышка упала в эмульсию, насыщенную кислородом, и, нет, не взбила масло, она же не лягушка, она там не задохнулась. Это и послужило толчком к дальнейшим изобретениям. А успеха добились наши. Они создали вещество, которое запатентовал Фаберлик, и вот уже более 20 лет выпускает свою знаменитую косметику. Я сейчас все правильно рассказал, да? Да. Вот. А вы говорите, мышка на руке. Маргарита Лысенко, начальник цеха. Стаж работы на фабрике 13 лет. Считает, что кроме красоты мир спасет доброта. Экскурсия по цеху начинается в варочном отделении. Ингредиенты, из которых получают кислородную массу, смешивают в реакторах. Как раз сейчас мы с Маргаритой наблюдаем процесс варки геля для душа. То есть это гигантский миксер? Ну, не гигантский. Ну, вообще. Это всего лишь 2 тонны. Чуть больше, чем у меня. Вот, это 2 тонны. Это миксер вот, на 2 вот, тонны рассчитанный. Вот 2 тонны смузи с утречка, представляете? Так, а вот это вот что происходит? А это вот как раз закончен технологический процесс, и уже будет происходить слив в промежуточную емкость. Ага. Для того, чтобы дальше... И теперь сюда. А теперь мы это все сольем и отправим на посудку. А, вот из этого куба уже будет фасоваться непосредственно. Да, непосредственно уже будет, мы получим готовый продукт. Полилось. Да. А за сколько наполнится этот бак? Минут за 10-15. Минут за 10-15. И из него сколько получится? И из него получится порядка 4000. 4000, скажем, флаконов шампуня. Да. Мне за всю жизнь столько, ну, просто не вынуть, даже не продать. Хотя я могу попытаться. Ну, если стараться, то можно. А пойдемте, собственно, на линию, где уже, я так понимаю, что из этого бака разливают во флакончики, да? Да. Условно, цех фасовки разделен на два участка. На одном продукцию фасуют в тубы. Все машины здесь абсолютно новые, со скоростью фасовки до 90 штук в минуту, чем на фабрике, кстати, очень гордятся. На другом участке идет фасовка во флаконы и банки. Здесь разные группы оборудования. Я слышал, вы две новые линии запустили, да? Да. Это вот одна из них, я так понимаю? Да. Ну и в чем принципиальное отличие, что вам это дало? Мы стали выпускать больше готовой продукции, да? Более высокого качества. Вот это здорово. А, ну я понимаю, что всегда зависит от конкретного плана и заказов, но вот если так отвлечься, сколько вот можно производить там, в час, в месяц, в год? Час 4800. 4800 вот таких штук, вот. Да. Да. Это можно, да? Да. Ну вообще так запах стоит, но если прям вот понюхать, конечно, это чистая клубника. Прям, ой. А сердечко твое, это, видимо, для девочек все, да, конечно? Да, это 14 февраля. А, да? Это к дню всех влюбленных? Ребята, вы знаете, что мне покупать в подарок. Я заметил, у вас здесь очень много надписей «Халяль».
Я знаю, что это такое в питании, в продуктах, а на парфюмерном производстве это каким боком? А это совершенно не только продуктов касается. Это и косметика, это и одежда, и парфюмерия, все что угодно. Ну вот чего не может быть в косметике, чтобы ее можно было назвать халяль? Отличается она тем, что не имеет никаких вредных веществ, так. Опасных спиртов. Не имеет в составе опасных ядовитых веществ, ага. Жиров животного происхождения, логично. Ну и так далее, много другое ага. Еще, что не должно быть в косметике качественной. Понятно. Вот. То есть сейчас она подходит не просто всем, а всем. Она абсолютно всем подходит. Потому что она, это даже лучше. Да, да. Это дополнительные гарантии качества для потребителя, для нашего. Очень круто. А это уже физико-химическая лаборатория. С помощью всех этих приборов, жидкостей, колбочек и прочего проверяют на качество сырье и кислородную массу для производства косметики. Только после этого она подается на фасовку. Готовую продукцию тоже проверяют, но уже в микробиологической лаборатории. На фабрике есть еще одна лаборатория, в некотором смысле главная. Именно там придумываются все новинки. Она так и называется – лаборатория новых разработок. Туда и иду. Сюда в лабораторию экскурсии не водят, так что я здесь, так сказать, эксклюзивно, а не водят экскурсии, потому что здесь ведутся секретные разработки. Ну, то есть, я так понимаю, вы нам ничего особенно не расскажете, да? Нет, конечно, это военная тайна. Наталья Хизяк – старший технолог по разработке новых видов косметики. Стаж работы на фабрике – 5 лет. Кроме красоты, мир спасет наука, считает Наталья, и она, безусловно, права. Ну, попробуем хорошо обойтись не секретными вопросами. Во-первых, я слышал, что кислородная косметика называется «голубая кровь». Да. Это правда? Да, почему? Действительно, потому что кислородная косметика в своем составе имеет перфторуглероды, которые способны захватывать и переносить кислород. А если на такую эмульсию посмотреть под определенным углом в тонком слое, то она будет немножко голубоватого оттенка. Все абсолютно логично, нет вопросов. Да. Хорошо, в двух словах, для нас, для не очень. Чем настолько радикально эта кислородная косметика отличается от обычной? Что в ней такое хорошее? Ну, вопреки заблуждениям, в кислородной косметике нет кислорода. Как раз-таки в нашей кислородной косметике... Ну, да. В нашей кислородной косметике содержится определенный комплекс, который содержит перфторуглероды, которые способны захватывать кислород из воздуха и доставлять в глубокие слои кожи. Помимо этого, доставляются и активные ингредиенты в глубокие слои кожи. Тем самым и наша кожа... И обычная косметика этого не делает? Не делает, только... конечно. Этот хорошо. Комплекс запатентован, поэтому наша косметика является действительно уникальной и высокоэффективной. Понял. А сколько вот за год ваша лаборатория придумывает каких-то супер-мега-новинок? Ну, если смотреть по всем категориям, да, это косметика по уходу за кожей, гигиена, уход за волосами, косметика для дома и, конечно же, декоративная косметика, это порядка 500 наименований в год, да. Однако. Ладно, пока нас никто не видит, так вот бросив на меня взгляд, мне уже пора что-нибудь использовать или все нормально? Ну, я бы вам посоветовала экспресс кислородную маску. Экспресс, значит, это не сильно, то есть вообще все хорошо, но немножечко, да? Да. Хорошо, да. Давайте. Кислородные маски я люблю. После них у меня кожа как попка младенца просто, да? Да. Давайте. Все, отвернитесь. Так, наносим. Это действительно активно действующая маска. Так, сейчас, секундочку. Давайте, опачки. Так, ваша... Я Бэтмен. Ваша кожа насытится кислородом. А я уже чувствую, уже прям. Чувствуете? Я могу закрыть рот, не дышать, и все равно кислород поступает мне внутрь. Я так и поеду, наверное, да? Нет, не надо. Эту на маску... улице в этой маске лучше не выходить, нет? Эту маску нужно 15 минут держать. За 15 минут достаточно, это же мгновенный эффект. 15 минут и превосходная кожа. 15 минут у этой программы будет как будто бы другой ведущий. Пока часики тикали, узнал историю развития кислородной косметики.
эмульсию перфторуглеродов, или ту самую голубую кровь, официально зарегистрировали в 1996 году, а годом позже был основан Фаберлик. Следующего поколения кислородной косметики пришлось ждать 10 лет. Новую формулу специалисты фабрики разработали вместе с японскими учеными. Третье поколение вышло еще спустя 7 лет. А теперь здесь выпускают продукты четвертого поколения, и я прямо всей кожей это чувствую. Женя, 15 минут прошли. Так. Пора снимать. Давайте. Сам? Да, вы сами. Как в ходячих мертвецах просто. Ну, вау. Прям, вас да? Не знать. Да. Покажите. Зацените. Боже мой. Я точно так же выглядел в 16 лет. Чудовищно. Я вообще чувствую, что-то происходит. Это хорошо. Правильно, ваша кожа насытилась кислородом, и теперь регенерация, восстановительные функции кожи заработали активнее. Начнут отрастать все те органы, которые были потеряны в ходе эволюции. Это же регулярно надо делать, да? Регулярно, да, конечно. Все, пошел в магазин. Спасибо. Итак, теперь, когда моя экскурсия окончена, я могу совершенно точно сказать, что, несмотря на то, что я уже был на косметическом производстве, я же не видел, как производят тубы или, там, скажем, помадную массу. А теперь я все это видел. А вы не видели. Поэтому приходите сюда на экскурсию, а я пошел планировать следующую, чтобы также запало вам прям в самое сердечко. Пока.